В канун Нового года на городской площади Хасавюрта провели плановое новогоднее мероприятие с участием творческих коллективов Дворца культуры «Спартак». На празднице присутствовали все служащие муниципалитета и других ведомств, а также дети, пришедшие посмотреть фееричную новогоднюю программу. От имени главы города Зайнудина Акмазова выступил с поздравительной речью первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов. Уважаемые хасавюртовцы, уважаемые гости нашего города, я от имени главы города хочу поздравить вас всех с наступающим новым 2018 годом. Хочу пожелать в первую очередь здоровья, успеха во всех ваших начинаниях. Здоровья вам, вашим родным, близким. Здоровья каждой отдельно взятой семье. Еще раз всех с Новым годом, удачи и благополучия. Большое количество людей присутствовали на новогодней елке. Обширная новогодняя программа, организованная по инициативе администрации совместно с творческим коллективом Дворца культуры «Спартак», включала в себя исполнение детскими вокальными группами множество песен и стихов. Все присутствующие были неимоверно счастливы и благодарны всем организаторам новогоднего торжества. Веселились, пели песни и поздравляли всех с наступающим новым 2018 годом. Хочу поблагодарить те творческие коллективы, которые сегодня нам подарили частичку праздника. Ребятам, их руководителям, потому что этого счастья нам всем не хватает. Не хватает маленького чуда, не хватает праздников. Я желаю праздников в душе, чтобы все-все у нас было хорошо. Новогодние праздники в Хасавюрте отмечают ежегодно. С каждым годом новогодняя программа обретает новые таланты и готовят самые лучшие выступления для жителей города. Новый год – самый ожидаемый праздник, благодаря которому каждый верит в чудеса и воплощение желаний. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».